Здравствуй, Ната. Не стоит тебе описывать, сколько было радости, когда я узнал твой адрес. Так хотелось получить хоть пару написанных тобою слов. В них я могу узнать о тебе, о твоих родных и о моих родненьких, отце и матери. Ведь как чувствовал, что не придется больше увидеть их. Справедливость таких мыслей, надеюсь, тебе доказывать не надо. Это доказывается сводками Совинформбюро, а еще письмами, которые получают наши ребята из освобожденных районов Смоленской области. Эти действительно трудноописуемые дела, которые творят ганцы и фрицы из германской гробармии. Я тебя буду очень просить, милая Ната, пиши мне, пожалуйста, все подробно о себе, о своем здоровье, о родных, твоих и моих.